Информационный портал tverigrad.ru представляет проект «Тверь Тим». Это про здесь и сейчас, про Тверь, про Россию, про тех, кем можно гордиться, чьи истории успеха происходят на наших глазах. С хэштегами, репостами, лайками. Вообще офигенно, кстати. «Тверь Тим». Кроме имени древнего города, здесь слышится команда мечты. Мечта вдохновляет, замедляя или разгоняя движение планеты. Мечта способна изменить мир. Я Елена Шумилова, участница проекта «Тверь Тим», детский и семейный фотограф. «Тверь Тим» объединяет людей, которые уже достигли успеха и продолжают самосовершенствоваться. Истории их успеха уникальны, а общий знаменатель – жажда жизни, здоровый патриотизм, характер победителя. В этом смысле они команда. Команда «Тверь Тим». Меня зовут Антон Федулов, я параспортсмен, я рад, что оказался в «Тверь Тим». Каждый из участников «Тверь Тим» нашел себя и готов рассказать, как именно он это сделал. Это не о прошлом и не о будущем. Это о нашем настоящем, о сегодняшних героях тверского времени. Всем привет, меня зовут Арсен Агамолян, и это «Тверь Тим». Находите, лайкайте, репостите, открывайте для себя и своих друзей команду «Тверь Тим». Я очень рада принимать участие в проекте «Тверь Тим». «Тверь Тим» здесь и сейчас. Только на tverigrad.ru.